Главой аппарата правительства Российской Федерации утвержден уроженец Югры Дмитрий Григоренко. Он родился и учился в школе в Нижневартовске. В 1993 году семья переехала на Кубань. В городе до сих пор проживают его одноклассники и учителя. Новость о назначении Григоренко мгновенно распространилась среди тех, кто был знаком с ним лично. Знают об этом и в 11-й Нижневартовской школе. Дмитрий Григоренко учился в этом образовательном учреждении с 1 по 9 классы. Там же до сих пор работает его классный руководитель Нина Маликова. В беседе с журналистами она рассказала, что у ее воспитанника никогда не было проблем с учебой. И из всех дисциплин он выделял точные науки. Получил 2 высших образования по специальностям юриспруденция, финансы и кредит. Вся его трудовая деятельность была связана с Федеральной налоговой службой. Напомним, что указ о назначении Дмитрия Григоренко вице-премьером Владимир Путин подписал 21 января этого года. Я эту информацию получила из неофициальных источников, которые были даны, опять же, моими бывшими учениками. Это было мне вдвойне приятно, потому что информация от его одноклассников. Не директор школы, не представители власти нашего города, а именно мои бывшие ученики. В первый момент растерялась. Потом вот честно перед глазами тоненький, худенький и всегда смуглый. В любое время года очень смуглый, с такими темными глазами и немножко как бы напуганной внешностью. Вот первая моя картина и первое мое впечатление